Гифка – это такой микроформат, который позволяет в небольшом анимированном либо видеофрагменте показать эмоцию, показать какую-то идею, которую вы хотите выразить. Гифки можно сделать экспортом из видеофрагмента, гифки можно нарисовать, сделать анимированные, как обычную анимацию. Но самое главное, что в результате мы получаем такой зацикленную картинку с действием, с движением внутри. Ну и плюс весит она в килобайтах гораздо меньше, чем весит, например, видеоролик, если вы вставляете его большим видеороликом. Ну и, собственно, гифки, они стали популярны, распространились как раз потому, что они позволяли в коротком и наглядном фрагменте показать, выразить какую-то свою эмоцию, зафиксировать отношение либо пользователя, либо автора к той или иной теме. Ну и за счет того, что они эмоциональные, собственно, ими активно делятся, их активно расшаривают. Есть разные по типу гифки. Вот в данном случае мы видим их сделанные из видеороликов. Но вы знаете, что в социальных сетях есть масса гифок из цветочками, и с шариками, и со всякими разными другими фейерверками, которыми активно люди пользуются вместо того, чтобы писать свои эмоции текстом.